В Воронеже прощаются с Антоном Ярыгиным, еще одним российским военнослужащим, который погиб в Сирии. Он получил тяжелые ранения в провинции Хомс, когда сослуживцами сопровождал автоколонну российского центра примирения враждующих сторон. Машины попали под обстрел боевиков, медики боролись за жизнь Антона, но безуспешно. Сегодня на церемонию прощания в городском доме офицеров пришли сотни человек. Она уже завершилась. Похороны состоятся в Рамонском районе Воронежской области. Антону Ярыгину был 31 год. Командование посмертно представило военнослужащего государственной награде.